должен быть активным. Превратить неделю в захватывающее приключение просто. Каждый день можно пробовать что-то новое и получать огромную порцию адреналина и ярких впечатлений в компании с опытными инструкторами. Итак, место действия Гуамка, Виа Феррата и троллей. По специально подготовленному маршруту с помощью искусственных точек опоры вы без особых усилий преодолеете сложный скальный рельеф. Апофеозом будет трассовая переправа через ущелье троллей. Далее по списку каньонинг, то есть спуск по каньонам горных рек пешком или вплавь. Шумящие горные потоки предоставят прекрасную возможность испытать себя, насладиться незабываемыми ощущениями в глубокой речной долине с отвесными стенами и узким дном. Проехаться по горным рельефам на джипах или квадроциклах – удовольствие потрясающего масштаба. Особенно приветствуется в шумных и отважных компаниях. Также можно пройти веревочный курс и изучить безопасные способы передвижения по горному рельефу с использованием альпинистской веревки и специального снаряжения. Спелеопоходы в труднодоступные и красивейшие пещеры Гуамки – этому можно посвятить не один день из вашей недели приключений. Знаете, активный отдых вам по плечу. Для этого не нужно профессионально заниматься спортом или иметь определенные навыки. Здесь вас всему научат, соблюдая все меры безопасности. Ну и отдохнуть всегда будет где. Клубный отель с уютными номерами в вашем распоряжении. Приключения приглашает активно и ярко провести отпуск или выходные дни. Виа Феррата и троллей, джипинг, квадроциклы, спелеопоходы, каньонинг и многое другое. Обучение на месте проведут опытные инструкторы и обеспечат вашу безопасность. Телефон 29-30-28. Небольшой кубанский хуторок на Черноморском побережье. Стилизованный гостевой комплекс приглашает в гости всех, кто хочет почувствовать себя хозяином собственного домика у моря. Уютные одно- и двухэтажные коттеджи из трубодерева включают в себя номера различных категорий. В каждом плазменный телевизор, сплит-система и даже небольшая веранда со столиком. На территории этого гостевого комплекса есть детская площадка, бассейн, небольшой бар, шезлонги, собственная столовая, работающая по системе заказного меню. А пока вы угощаетесь вкуснейшим в округе шашлыком, с вашими детьми будут играть аниматоры. Ну и самое главное – море. Оно здесь необыкновенно чистое, такое, что даже местные жители приезжают купаться именно сюда. Гостевой комплекс «Хуторок». Домашняя атмосфера на берегу Черного моря. Собственный бассейн, детская площадка, анимационные программы, уютные номера, кафе и вкуснейший шашлык. Краснодарский край, город-курорт Анапа, Пионерский проспект, 270. Телефон 8-918-64-545. Ваши желания, словно волшебники изумрудного города, исполнят специалисты-здравницы с одноименным названием. Врачи высшей категории избавят вас от всех недугов и омолодят. В этом санатории предлагают все виды самого современного лечения. Специальная программа «Антистресс», лечение женского бесплодия, сахарного диабета, опорно-двигательного аппарата, болезни кровообращения, пищеварения. Здесь применяется лечение озоном, герудотерапия, фитокупель, делают процедуры из псикубских голубых глин. Особая программа в санатории разработана специально для красоты. Современные аппараты помогают снижать вес. Все методики, используемые в этом санатории, направлены на индивидуальное лечение. Для большего эффекта врачи подберут для вас специальную диету. А после процедур можно размяться на теннисном корте или отправиться на прогулку на велосипеде. Здравница уровня 3 звезд отвечает требованиям самого взыскательного клиента, располагает всем необходимым для отдыха и лечения. Комфортные номера, целый комплекс развлечений. Специалисты этого санатория готовы творить. За исполнением ваших желаний приезжайте в «Горячий ключ». Санаторий «Изумрудный». Все виды самого современного лечения, помощь при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, болезни кровообращения, пищеварения, бесплодия. Специальные программы для поддержания красоты и снижения веса. Телефон 347-81. Горячий ключ, улица Ленина, 14.